Про те, як діє система бомбосховищ в Ізраїлі, поговоримо з Сергієм Ослендером, військовим експертом із цієї країни. Пане Сергію, вітаю вас. Да, приветствую. От ви знаєте цю всю історію. От перше питання у мене до вас. Чи може таке трапитися в Ізраїлі, от те, що сталося в Києві? І якщо потенційно може, як би поводили себе відповідальні особи? Ну, нельзя сказать, что у нас такого никогда не было, вот. Но не в том смысле, что у нас там пьяный охранник спал за закрытой дверью или убежище было закрыто. А, допустим, бывают истории, когда в домах, у нас есть, допустим, дом там восьмиэтажный, в нем нет индивидуальных убежищ в квартирах, а есть общее в подвале. И вот оно было типа там заставлено всяким барахлом, но жильцы его в склад превратили, потому что вот это самое, долгий был период спокойствия. Теоретически такое бывало, но это ответственность домового комитета, там приедет служба тыла, полиция, разберутся. Вряд ли за это кого-то посадят, это крайне маловероятно, я на моей памяти такое не помню. У нас как бы вот подход такой, твоя жизнь, твоя ответственность, ты как бы должен за нее нести ответственность в том числе. Ну и власти, конечно, тоже тут нечего говорить. Ну, Ізраїль, ну, я би не сказав, що там суцільний бункер, так, але, ну, сховищ на душу населення, що називається, багато. От коли лунають сирени, у жителя Ізраїля які варіанти? Куди бігти? Що робити? Во-первых, к тому, що ви говорили, у нас є закон о защиті гражданського населення. Вот. Вот с чего, по идее, надо начинать. Не с прокуратуры, не с уголовных дел, не там, значит, кого-нибудь там непременно заарестовать там, и предъявить ему подозрения, вовсе нет. А вот того, что есть закон, который обязывает государство защищать свой народ в случае боевых действий. Из этого закона уже там все остальное проистекает, в том числе ответственность, в том числе финансирование, в том числе стандарты, там все буквально. Если воет сирена, то все зависит от того, где и как это происходит. Ну вот если я сижу вот сейчас на этом месте и завоет сирена, я пойду в свою вот комнату-убежище, в моей квартире. Если это происходит в доме моих родителей, например, у них нет такой комнаты, но у них общее убежище в подвале на весь дом, восьмиэтажный дом. Они все туда спускаются и прячутся в этом убежище. Если застало на улице, мобильное убежище. Если на работе, там, в офисное здание, больница, не имеет значения, там обязано быть защищенное помещение. Его там не быть не может просто физически. И вот туда все идут. Есть норма определенная. Сколько человеку, например, если он работает в офисе или на заводе, в зависимости от места, потому что чем дальше от сектора газа, тем это время там чуть больше, соответственно, сколько ему от рабочего места нужно дойти до ближайшего защищенного помещения. Я точно не помню, там, допустим, 30 секунд или 40 секунд. Таким не бегом, а таким неспешным как бы шагом дойти до ближайшей точки, где можно спрятаться. Вот так это примерно работает. Если на улице, ложись на землю, опять же, четко правила предписывают. Но во время вот таких вот военных действий боевых просят не закрывайте подъезды. То есть служба тыла, это наша структура, которая занимается гражданской обороной, она просит не закрывайте подъезды, отключите домофоны, ну такая фишечку там поднимите, чтобы человек с улицы мог забежать в подъезд, потому что в подъезде всяко безопаснее, чем снаружи. Ну, я думаю, що це відомий факт, що в Ізраїлі навіть малечу там, ну, не впевнений, можливо, навіть в дитячих садках вже вчать, як діяти в разі небезпеки. А чи є, наприклад, там курси для, ну, репатріантів, дорослих людей, які приїжджають в Ізраїль? Ну нет, курсов-то как таковых нет, как бы есть правила, просто важно эти правила до людей донести, поэтому службу тыла, вот открой сайт, там есть на русском языке, есть, по-моему, уже на украинском языке, там на всяких разных языках, там французский, неважно какой, откуда они там приезжают, вот, плюс как бы различного рода там группы, телеграм-каналы, там условно, все это распространяют, особенно если какой-то наступает угрожаемый период или там боевые действия, то это все на разных языках публикуется, вот. И объясняют, как себя вести, потому что там, ну, как бы ничего такого особо от тебя-то не требуется, кроме того, что следуй этим правилам. А правила очень простые. Звучит сирена, иди в убежище. Закончилась сирена, выходи. Все. Вот буквально так. Ну, я правильно розумію, що, ну, оскільки Ізраїль фактично будувався, історіювався як держава в оточенні недружніх, м'яко кажучи, сусідів, а такі речі, як, наприклад, забудова, чи висуваються вимоги до забудовника, ну, там, парень,
Типу, от стільки-то сховищ має бути, чи там сховище такого, такої площі, а не менше, і тоді, будь ласка, будуй будинок. А я же об этом сказав уже, это закон. Существует закон, да, который очень немає. Четко прописано. Mm-hmm. С 92-го года в Израиле нельзя построить единицу жилья, квартира или дом, вилла, неважно, в котором нет защищенного помещения. Это невозможно. Это вписано в строительные нормы буквально. Mm-hmm. Вот я получил свою квартиру от застройщика в 2000, там, дай бог помню, в 2009 году. И в ней вот эта комната уже была полностью готовая. Заходи и прячься хоть завтра, хоть прямо сейчас. Uh-huh. Вот. То же самое касается офисных зданий, там, промышленных. Детский сад, ни школа не имеет значения. Все там вот прям обязано быть. Там есть определенные нормы. Допустим, это школа, в школе там условно, там, не знаю, 800 детей, значит, таких комнат должно быть, я опять же этих норм сейчас точно не помню, допустим, 5. Uh-huh. Вот, чтобы по 150 в каждую набилось, или там 8, чтобы по 100 в каждую набилось. Как правило, это сами же классы, то есть в них идет преподавание, то есть это просто класс, но укреплен. В случае чего закрыли ставни, закрыли двери, все, сидим, ждем, пережидаем тревогу. Еще раз говорю, начинается все с закона, а из закона уже истекает все остальное. Ну і, власне, хочу запитати наостанок, на ваш погляд, що відбулося у нас? Причини цього? Ми понад рік, півтора року майже у війні, широкомасштабні. Чому це стало можливо? На ваш погляд, як зовнішньої людини? Перший раз мене про ізраїльський опит в цьому смислі спросили. Я от помню це, як вчора було, 25 февраля 2022 року. Серйозно, 25 февраля. І коли вот це все произошло в Києві, да, я був, ну, как бы отчасти даже в растерянности. Естественно, у меня там тут же начал раскаляться телефон, и всех страшно стал интересовать израильский опыт, потому что опять клюнул жареный петух в одно место. Но я не знаю, почему это так происходит, и почему нет мобильных убежищ в большом количестве. Это же очень простое, эффективное решение, элементарное. Там. Это не стоит великих денег, это не требует там больших усилий, все их так вот расставить в шахматном порядке везде. Там, да хоть этих бетонных колец накидать от коллекторов канализационных больших. Они тоже выдержат попадание, там, падение осколка и так далее. Я не знаю, почему. Этот вопрос надо задавать не мне, как я полагаю, а вашим властям там, и тем, кто за это отвечает. Но, еще раз повторю, должен быть закон, а в законе должно быть четко расписана ответственность. Кто за это отвечает? Вот есть, например, город, в городе есть район, в районе должны быть убежища. Вот кто за это отвечает? Снизу вверх, сверху вниз, да, муниципалитет там, кто платит, кто строит, кто... Вот у нас все это четко совершенно расписано, и все это работает. Это тоже получилось не сразу, но постепенно как бы выстроили такой механизм. Вот вам его нужно строить. Очень странно, что на 465-й день войны он у вас до сих пор не функционирует. Пане Сергію, вам дуже дякую за цю розмову. Вже даруйте, що я запитав про ізраїльський досвід, але найважливіше – це остання ваша відповідь. Я дуже радий, що ви сказали цей монолог, і я сподіваюся, що хтось у нас, принаймні хтось, його почує. Дякую. Це Сергій Ауслендер, військовий експерт із Ізраїлю, був у нас на зв'язку. Дякую вам.